27 февраля в актовом зале Индустриально-строительного лицея прошла встреча поколений, посвященная 70-летию Великой Победы. Время летит, а память о той страшной войне ветераны хотят передать молодым, чтобы помнили. И за чашечкой чая они поведают подрастающему поколению, как воевали, а потом пообщаются между собой. Например, Николай Егорович, полковник в отставке, был на фронте, трижды ранен, есть контузия. Пережить войну ему помогла любовь. Мы 9 мая в этом году с моей боевой подругой будем отмечать 70-летие Великой Победы и 70 лет нашей совместной жизни. Моей супруге 9 апреля будет 91 год, мне 93 года. Николай Егорович рассказал и о том, как тяжело было с продовольствием в войну. Да и после страна еще долго в себя приходила. Даже приходилось есть, знаете, вот прошлогоднюю, допустим, картошку не успели убрать. Так весной ее выкапывали и из тех остатков еще готовили кушать, потому что хлеба не хватало, и готовили кушать и кушали. Такие воспоминания слышались повсюду. Ветераны оживленно беседовали, слушали выступления. Порадовали гостей учащиеся 506-й школы Морского технического колледжа и Индустриально-строительного лицея. Выступил военно-патриотический клуб «Юный Маргеловец». Ну и старшее поколение не подкачало. Пел хор ветеранов, читали стихи, а лекторы рассказали обо всем из первых уст. И хоть о войне говорить трудно, но нужно. Связь поколений прерваться не может.